Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Марк Марцинковский. И это последний, 7-й урок. Сегодня я покажу наше детство в школе. Поехали! Поехали. Итак, дорогие коллеги, кто не посмотрел еще предыдущие 6 видео, обязательно их посмотрите. Именно они в хронологическом порядке приводят вас к успеху. Итак, когда вы сделали все эти действия, именно сделали, не просто посмотрели эти ролики, а именно сделали все эти шаги, и уже у вас есть команда, у вас уже есть структура, когда вы уже добились какого-то успеха, самое главное в этот момент не потерять себя. Я богат! Я богат! Чтобы у вас не сорвало крышу. Я скажу вам по себе, по своему опыту. Когда я только начинал бизнес, я заработал на 4-й месяц 1 миллион рублей. 4-5 месяцев я заработал 1 миллион. Добился очень хорошего успеха, структуру больше 15 тысяч человек. В этот период, если вы никогда этого не добивались, если вы никогда этим не занимались, у вас начинает буквально ехать чердак. Вы не знаете, куда потратить деньги, вы теряетесь буквально во всем, потому что вы никогда с этим не сталкивались. Вот самый, наверное, сложный момент – не добиться успеха. Добиться успеха можно, это не что-то там гениальное, да? А самое сложное – это остаться человеком и остаться лидером в этом бизнесе, когда вы с нуля добиваетесь глобального успеха и вам сносит крышу. Что я конкретно советую? Всегда помните о том, что когда у вас уже придут хорошие деньги, когда у вас уже будет хорошая команда, что это не итог, это не конец, а это абсолютная норма. Это является вариантом нормы. Абсолютная норма, которая будет фундаментом в дальнейшей вашей жизни. То есть хорошая, счастливая, богатая жизнь – это норма. Не нужно делать из нее какой-то культ. И не нужно строить из себя крутого. Не нужно говорить: «Во, я теперь топ-лидер, я теперь крутой». Я крутой! Там, да, все остальные, там, шваль какая-то. Нет. Я скажу вам наоборот. С фразу, которая, может быть, вас сейчас шокирует, друзья. Вы должны стать обычным наемным работником. Вы должны стать обычным слугой. 12 120 400. О народе думаешь, Юрий Венедиктович? Который служит вашему бизнесу, служит вашим клиентам, вашим людям. Только с таким сознанием можно удержаться на плаву успеха. Только с таким сознанием можно двигаться дальше и добиваться чего-то еще более грандиозного. Только со смиренным сознанием, только с гармоничным сознанием, не с вот таким вот, что я там теперь вау, крутой. Можно действительно быть хорошим человеком, хорошим лидером и не потерять этот статус лидерства. Поверьте, друзья, я видел огромное количество людей, кто забирался на гору быстро, но падал оттуда очень тяжело. Я в том числе был одним из них. Я очень быстро добился успеха, но я также быстро оттуда упал. И для меня это был самый-самый лучший урок. Поэтому помните всегда, что вы в этом бизнесе слуга людей. Ваша задача делать хорошие вещи, помогать людям зарабатывать деньги, помогать людям совершенствовать их жизнь, помогать людям заботиться о их семьях и исполнять их мечты. Естественно, если они морально-нравственные и никому вреда не несут. Поэтому это очень ключевой момент и очень важный момент. И еще я скажу, друзья, когда вы зарабатываете деньги, когда вы уже начали их действительно получать, и у вас есть куда их потратить, не нужно стараться вот себе, я... Это все мое. Старайтесь, по крайней мере, какой-то хороший процент, ну, нормальный, кому сколько, естественно, не жалко, да, это жертвовать. Да, вы можете жертвовать в церковь, вы можете жертвовать с нуждающимся людям, больным людям, куда угодно. Но обязательно поставьте себе такую задачу, что с вашего дохода какой-то процент вы всегда отдаете на благотворительность. Научитесь отдавать. Я знаю, что это для начала это тяжело, потому что сердце купается в этих деньгах. Это есть идолопоклонство. Это очень важный момент. Только так Бог будет вас оберегать и помогать вам дальше зарабатывать в этом бизнесе. Потому что без Бога, друзья, без Всевышнего мы никогда ничего не сможем сделать. Никакой успех не будет нам подвластен, ничего мы не сможем добиться абсолютно без Него никогда. Поэтому обязательно идите к успеху и осознавайте то,
что вы должны стать просто средством, да, средством, которое помогает людям, которое помогает им как в материальном плане, так и в духовном, если вы будете также эту тему всегда оповещать, и всегда оставаться хорошим, добрым, светлым человеком. Лидер – это не гордый подонок и богатый, который пришел там и теперь он там вау, бизнесмен. Нет, настоящий лидер, он поэтому и лидер, потому что ему доверяют люди. А доверять люди могут и должны доверять только честному, открытому, осознанному человеку. Это был последний урок. С вами был Марк Марцинковский. Пока.